Проработать региональный пакет мер господдержки IT-отрасли. Такое поручение сегодня дал губернатор Андрей Травников. В Новосибирской области работают более 30 тысяч айтишников. Первоочередные меры по стабилизации этой отрасли приняли еще в начале марта на федеральном уровне. Основные – налоговые и кредитные льготы, грантовая поддержка, отсрочка от призыва на военную службу. Отдельной строкой – упрощение импорта, а именно обнуление таможенных пошлин на некоторые виды продукции для сложных высокотехнологичных продуктов. Эти меры, они общие для всей страны, любой регион может этим воспользоваться. А для того, чтобы нам сохранить конкурентное преимущество в привлечении IT-компаний, нужно выработать какие-то свои дополнительные особенности. Поэтому я попросил бы в кратчайший период доработать, сформулировать, обосновать те предложения, которые были озвучены, и подготовить какие-то, может быть, дополнительные. Как я уже сказал, наша задача, чтобы Новосибирская область оставалась конкурентной для IT-компаний.